вообще не могу устроиться. Вот именно, везде в люди погоняются. Нищета. Лагерь приезжий. Куда Алма-Ата катится? Ё-моё, она не резина. Ёпта, говорю, студентам на работу трудно устроиться. О чем вообще, ребята? Образование низкое, ужас. Даже элементарно. Коррупция. Коррупция, трайбализм, криминал везде процветает. Ребята, зачем так плохо? Давайте лучше посмотрим Хабар. Оденем розовые очки. Прекрасно в нашей стране. Чего? Надо смотреть Хабаров. Стабильность. Главное, войны нет. Спасибо большое. Кушать есть. Да, главное, хлеб есть. Войны нет. Главное, стабильность. Нам нравится Хабар. I love Хабар. I love Хабар. I love Хабар. I love Хабар. 1 мая решили провести флешмоб, посвященный любви народа к Ельбасы и, в частности, к телеканалу «Хабар», который доносит до народа прекрасную жизнь, в которой мы живем. Спасибо «Хабару» за то, что мы живем в таком прекрасном Казахстане. Мы хотели поблагодарить государственные СМИ за то, что они дарят нам счастье, отвлекают нас от насущных проблем. А если без иронии, то это, конечно, сатирическая такая акция, флешмоб. Самое главное – это флешмоб. Даже она не совсем политизированная. Самое главное то, что мы, наверное, этим самым выразили протест против того затуманивания, запудривания, зомбирования наших мозгов государственными телеканалами.